Друзья, всем привет! Сегодня готовим запеченного гуся с айвой. Перед тем, как запекать гуся, я сначала подготовлю маринад и замариную в пределах 10-12 часов. Гуся подготовили, помыли, почистили. Для маринада растительное масло, соль. Соль можно взять любую, я взяла соль адыгейскую, паприка и черный молотый перец. В миске соединяю все для маринада, соль, молотый перец, паприку и растительное масло. Перемешиваю. Сейчас хорошенечко со всех сторон натираю гуся этой смесью. Не забываем смазывать внутри тоже. Кстати, вот это место обязательно нужно вырезать перед тем, как будем готовить. Вернее, перед тем, как будем мариновать. Натерла я все полностью, всего гуся. И перекладываю в пакет для запекания. Гусь у меня на 4 килограмма. С той стороны, где горловина, я завязываю . А с этой стороны я завязывать не буду. Я вот так подверну, так как завтра я буду закладывать туда начинку и потом уже завяжу. Сейчас я отправляю в холодильник на 10-12 часов. Гусь у меня простоял ночь в холодильнике, промариновался. Теперь я нарезаю айву. Можно запекать с яблоками, с гречкой, кому как нравится. Я буду запекать с айвой. У меня 3 больших айвы. Я нарезаю их кусочками. Вырезаю серединку. И нарезать можно произвольно. Нарезать можно произвольно, я нарезала вот такими пластинками. Айвы в очищенном виде у меня получился килограмм. Я солю обязательно. Перемешиваю. И теперь начиняю гуся. Плотно укладываю айву внутрь. Ну и посмотрите, у меня почти весь килограмм уместился. Осталось буквально 5 долек. Я их просто раскладываю в пакете. Завязываю теперь. И зубочисткой сделаю несколько проколов. Отправляю в духовку. Сначала включаю температуру 200 градусов. И через полчаса убавляю на 150-160 градусов. Так как здесь у меня 4 килограмма мяса, я буду запекать в пределах 3 часов.
Друзья, я открыла пакет, так как я делала проколы на пакете. Гусь внутри тоже запекся. Можно сейчас уже доставать его и подавать к столу, а можно допечь еще немножечко. Ну, это уже по желанию. Для меня этого достаточно, поэтому я запекать еще раз не буду отправлять в духовку. Вот. В общей сложности у меня гусь пробыл в духовке 3 часа. Друзья, вот такой вкусный, ароматный и красивый гусь у меня получился. Айва тоже очень вкусная. Приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!